Так как я давно не выкладывал ничего нового, в этом видео я расскажу сразу о двух довольно простых трюках – Hillside Crypt и Hillside Roll Revert. Если вы уже умеете Rayleigh и Backroll, то оба эти трюка вы сможете научиться очень быстро и без особых проблем. Все, что нужно уметь для того, чтобы начинать пробовать их – это Ollie 180 и Switch Ollie 180. Ну и конечно же стабильно уезжать Rayleigh и Backroll. Основное подводящее упражнение для Crypt и Roll Revert – это Ollie 180 в отпрыжку. Нужно сделать Rayleigh или Backroll, приземлиться, проехать метров 5 и сделать после этого Ollie 180, так называемая 180 в отпрыжку. Для Goofy Crypt и Goofy Roll Revert нужно после отпрыжки посмотреть направо, отвернуть направо грудь и отпустить правую руку. Для Regular Crypt и Regular Roll Revert нужно после отпрыжки посмотреть налево, отвернуть налево грудь и отпустить левую руку. Накатав это подводящее упражнение 10 раз, можно пробовать крипт и ролл реверт. Но первые попытки нужно поделать точку остановки на реверсе. Длина фала нужна такая же, на которой вы делаете рейли или бэкролл. На регуляр крипте вылетаем в обычной рейли, пройдя верхнюю точку вылета, ручку переводим к правому бедру, отпуская левую руку. Грудь, плечи, колени, таз и голова повернуты влево. На приземлении амортизируем обоими коленями. Соответственно, на гуфи крипте вылетаем в обычной рейли, на снижение ручку переводим к левому бедру, отпуская правую руку, грудь, плечи, колени, таз и голова повернуты вправо. На регуляр ролл реверт вылетаем на бэкролл с прямым телом, отворачивая голову налево и отпускаем левую руку. На гуфи ролл реверт вылетаем на бэкролл с прямым телом, отворачивая голову направо и отпускаем правую руку. Очень важно на попытках Roll Revert не уходить в складку или в уголок на бэкролле, так как это может очень помешать крутить 180 градусов, необходимые для Roll Revert, а в дальнейшем сделать невозможным крутить 360 и 540 для моб и моб 5. Застабилив Roll Revert, можно начинать подготавливать бэкмоб. Ссылку на видеообучалку по бэкмобу добавлю в описании к этому видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Каждую неделю и иногда два раза в неделю я добавляю новые видеообучалки. Прогрессируйте без травм, живите по фэншую и будьте счастливы!